Основанная в 2005 году, компания Kazmet Pribor Holding за 10 лет своего существования по праву заняла лидирующие позиции на рынке медицинских услуг. Основными направлениями компании являются производство высокотехнологичного медицинского оборудования, медицинской и лабораторной мебели, оснащение автомобилей медицинского назначения. Выпуская более 300 наименований товаров, Kazmet Pribor Holding не останавливается на достигнутом, воплощая свои смелые идеи в реальность. Так, на сегодняшний день Kazmet Pribor Holding наладил выпуск таких сложных медицинских аппаратов, как маммографический и рентгенодиагностический комплекс, ангиографическая система. Последней нашей новинкой стала рентгенодиагностические аппараты на 3 рабочих места, а также ангиографическая система, которую мы производим совместно с корпорацией Shimadzu. Коротко говоря, Shimadzu, эта компания, является лидером по продаже рентгенодиагностических аппаратов, а также аналитического оборудования. Начиная с 2008 года компания активно участвует в республиканских и зарубежных конкурсах и выставках, посвященных отечественным товаропроизводителям, в которых неизменно становится победителем во многих номинациях. Так, в этом году Kazmet Pribor Holding получил звание «Лучший производственный товар первой степени». Свой статус профессионалов компания смогла доказать и на столичной выставке «Астана здоровья 2015». Наше участие в выставке прошло очень хорошо. Вся делегация, когда заходила, прямиком зашли к нам на стенд, и мы все аппараты показали. И вся делегация, их интересовала каждое наше оборудование. И мы показывали от рентгена до ИВЛ-аппараты, наши мониторы, электрокардиографы, УЗИ-аппараты, мы все показали. Они вот качеством, и они все были довольны. На сегодняшний день Kazmet Pribor Holding реализует свой товар на рынке Казахстана и в скором будущем планирует выйти на зарубежный рынок. Активная работа в этой сфере уже ведется. В январе 2016 года Kazmet Pribor Holding в третий раз примет участие в крупнейшей международной медицинской выставке, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.